Hello, doggy. Hello, doggy, 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 doggy. You're beautiful. Вдалеке заметила сейчас. Ханис фасел, фотик вид 16 week. Крольчата подаются 16 недель, 40 фунтов. Я приехала на автобусе из Уэльса, деревня, сити, город. И вот сейчас Methodist Church, вот там центр, Гластонбери. Центр Гластонбери. А я иду на Тор. На Гластонбери Тор. Самое мистическое место в Британии. Даже здесь Pray for Ukraine, молиться на Украину. Собачка-то хорошая такая. Публичная дорожка к Тору. Я иду на хил. Луна и солнце. И десяток белочек. Чарльз Холм, духовное и легендарное место, важное очень. Джозеф оф Ариматея buried the Holy Grail on its loaves. Сказал, что Джозеф из Ариматея похоронил Holy Grail здесь. Вот она, Holy Grail, с двумя голубями. Такие ворота старинные, потому что уже используют такие мало где. На Тор прямо, Public Footpath. И вот он, красавец. Такие узкие ворота, с рюкзаком тяжело протиснуться. Кот потерялся, Пипа. А здесь, кажется, вход. Тропинки я не вижу. Значит, дальше постоянно используются ворота, не парковаться. Черная овца на Гластонбери Тор. Black sheep on Glastonbury Tor. National Trust территория. Наверное, он там вход. Disabled parking. Disabled badge holders для людей с инвалидностью. И вот оно. Наконец-то. Нашли. Вот он, Тор. Десять тысяч лет люди посещают это место
святое. 140, сколько здесь? 158 метров. Вот это топ Сент-Майкл Тауэр, башня Святого Михаила. В 14 веке здесь была церковь. Она была построена на месте предыдущей, которая была построена в 1975. И во время Dissolution, когда были разрушены монастыри в 1539, здесь повесили последнего аббата в Гластонбери, Эбби Ричарда Уитинга. Сайдер здесь. Вы видите? Dog is visiting Thor. Beautiful. Я иду по более крутому склону, пойду туда, а назад по более легкому. И там есть святая вода с обратной стороны. Здесь нету святой воды. Всем привет! Сегодня мы в Гластонбери Тор. Собираемся, я собираюсь наверх. Самое святое место Британии. Авалон короля Артура. Все, мы начинаем восходить к Тору. Дом Дион Фочин. Она здесь где-то жила. Сюда даже, говорят, инопланетяне прилетают. Да? Голубь пришел ко мне в гости. Шел так смело, подошел ко мне. Вспомнил, что у меня там бар какой-то есть. Печенье какое-то. Почувствовал. Какой вид прекрасный. Hello. Hello. Сразу видно, что сюда добрые люди приходят, потому что голубь вообще такой смелый. Знает, что люди к нему хорошо относятся. You can see that kind people come here. Because the pigeon is very, very tame. Hello, hello.
Beautiful, aren't you? Pretty girl. Oh, is it a boy? Little boy. Oh, it's a little boy. I love dogs. Alright. I have a big one, black one. Yeah, okay. Ощущение, что вокруг вот этого тора еще какой-то круг был. Потому что вот эти холмы, вот этот один, второй, третий, четвертый, пятый. И они как будто идут по одному радиусу. Бристоль 25 миль. Уэллс Катедрал 5 миль. Бас 22. Эберистоун Сёркл, 11 miles. Краун Оттава. Эйвбери, еще одно мистическое место Британии. Огромный такой круг энергии. Кодбери Касл, 11. 14 миль, Саммерсет, 7. Стрит, 2. Говорят, что стрит красивый. Городок, 2 мили, Таунтон, 20. Бригвота, 14. Бернхам, он Си, 15. Вестон, 7. Голубь за мной ходит. Наверное, я ему понравилась. Привет, привет. Привет. Pigeon following me. I think he likes me. Hello, pigeon. Hello. Hello, pigeon. Hello. Вот я пришла оттуда, откуда-то. Там и там. Потом по дорожке вот по этой. И потом сюда. И... Тут крутой склон, но быстрее идти. Назад пойду уже, где не крутой, но медленнее идти.
врата в Авалон. Мы в самом центре Авалона, мистического места Британии. Вот здесь некоторые люди молились, представляя Иисуса Христа, Мэри, короля Артура и Мерлина. Такие виды кругом, вообще фантастические. А вот эта вышка телевизионная, там вдалеке. Мы ее проезжали по дороге. Солнышко было, уже исчезло. Я успела погреться на солнышке возле Тора. Интересно такое ощущение, что ты часть этой огромной высокой башни, уходящей в небо, соединяющей землю, людей и небо. Какая собачка счастливый. Да? Hello, doggy. Hello, doggy. Oh, he's happy. He's happy. Hello, hello. Hello, hello, hello. It's all right. It's all right. That's why I'm playing black. Avalon. Мистический Авалон, королевство короля Артура и Мерлина. Голубой дом. Дом Джон Фочен. Собачка. Грибы какие-то магические. Mushrooms, magic mushrooms.
грибы были такие, не знаю, наверное, кто-то пожертвовал магические грибы, потому что там камни, они не могли там расти. Солнышко было, я погрелась, здесь так хорошо, здесь вот солнечная страна, солнышко светит, вот это. Хорошо здесь. Похоже на собаку сверху, вот там вот. Особенно вот этот, ну прямо как собака, вот если отсюда смотреть. Ну, копия собаки. А вот там что? А здесь тоже какое-то животное защищающее. Святое место Британии. Голуби такие дружелюбные. Черный ворон. Черный ворон. Какой красавец! Какой красавец! Ой, какой ты красавец! Какой ты красавец! Thank you.
еще надо посмотреть просто. Собачка. Hello, doggy. Very beautiful doggy. I used to have a ginger dog. I used to have a ginger dog. Hello, new boys. Very, very nervous. Хорош, хорош. You're a good girl. You're a good girl. Oh, this is a dog tracker. Okay. Go. Come on, then, you. Hey, camera. Вот сегодня мы в Гластонбери Тор побывали. Место такое прекрасное. Вообще такие виды вокруг. Красота. По-моему, три графства можно увидеть. Вилче, Сомерсет и еще какое-то там. Вообще место такое интересное. Вот когда стоишь рядом, кажется, что ты часть вот этого здания. Такое ощущение, что ты уходишь, вот как эта башня, вверх. Так интересно. Волшебное место Авалона. Мерлина и короля Артура. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. И мы с вами еще будем больше исследовать магических мест Великобритании и других стран. Хочу посмотреть Гластонбери. Так не хочется уходить отсюда. Это такое, такая энергетика прекрасная. Ой, хочу еще сюда вернуться. Мне понравилось здесь. И виды такие со всех сторон. Вообще необъятно. Так не хочется покидать. Постоянно летает. Здесь еще где-то женщина говорила, что дракона. А вот это, наверное, есть дракона. Место. И там святая дальше вот там beautiful. Yes, yes, yeah. Yes, yeah. Very pretty. Very pretty doggy. Отпечатки, как будто собачьих лап.
Визит Гластонбери Эбби, аббатство, 6 век. Ничего себе. Joseph of Arimathea, AD 66. No camping, no parking. Well, House Lane. Чалис, колодец стоит 5 фунтов, а бесплатная вода вот здесь, тоже она святая вода. Так что Чалис вон тоже красивый, просто у меня уже времени нет идти туда. Пойдем, наберем святой воды. Melrose. Wheel of Light, Bed and Breakfast. Есть? Как кажется, как красиво. Я искала воду не в правильном направлении. Я пошла вот по этой основной линии, а мне надо было... Вот с Тора я вернулась, и мне надо было повернуть направо. И вот она, где вода. А я пошла в такую даль, по главной улице. Вода направо. Когда идешь вот с Тора, здесь поворачиваешь, и идешь сюда. Бирахан, Бирачан. Bed and breakfast. Рафаэль, кто-то книжку вставил, святому Рафаэлю. Архангел Рафаэль, Оракл Франк. Вот там вода, с вот этого здания, не знаю, как оно называется. А здесь вот Чалис Уэлл, и здесь она против. Чалис Уэлл. Там, где с другой стороны, платить нужно за вход. Здесь можно бесплатно. Но она такая с привкусом железа. Очень хорошо, у кого малокровие, анемия. Здесь вот обычная вода. Ну, как обычная, тоже такая лечебная. Как это место называется? Сейчас посмотрим. Красиво так сделали. А, White Spring, белый ручей называется. Здесь так красиво сделали очень. Пещера такая, как будто для фейри. Для маленьких таких фей. Ух ты, как красиво. Мне вот та вода больше понравилась, чем вот с этого крана. Вот такой привкус приятный железа. Такой забор у кого-то, как дубовый. Здесь кто-то положил книгу молитвы Рафаэлю. Это архангель воды. Архангел воды. Рафаэль.
Я была в церкви в одной, и там такое красивое окно было с его изображением. Хиндервелл, по-моему, церковь, где трейл начинается Святой Хильды. Красивое место очень. Рекомендую всем. На тур идут люди. Что здесь написано? Торсаус. Маленькая между двумя холмами. Тор и Чарльз Хилл. Часто символически Тор контрасте с Чарльзом холмом. Тор — это символ силы, и Чарльз Хилл — это символ лечения. Также известна здесь долина Blood Spring, кровавый ручей с красивыми гадами. Здесь вот недалеко White Spring, это вот где мы были сейчас. Вода идет с двух источников. Чарльз Well Water идет из Pennard Sand и высокая концентрация железа. А белый ручей, вода идет с камня какого-то там. Permeable rock has a high calcium. Кальциум, высокий контент кальция. And surfaces in a building where people are free to worship. Здесь, значит, было еще здание, где можно было молиться, но сейчас оно закрыто. Вот эти все здесь, они в прямой линии, места такие святые. Эйбери, самая знаменитая Британия, хочу туда съездить как-нибудь. И Гластенбери. И вот они все пошли по одной линии. Гластенбери Тор ассоциируется с архангелом Михаилом, что означает силу и защиту. Люди верят, что линии энергии здесь вокруг ландскейпа, ley lines, ley линии, что много монументов и мест молитвы находятся на этих линиях. Одна из них – это линия Святого Михаила. Начинается от горы Святого Михаила в Корнуолле, идет через Тор, затем Эйвбери, и затем идет в Великое аббатство Бюри Сент Эдмундс. You are here. Ну, красивые виды здесь, они нам говорят, что еще с кельтских времен. Янис Видрен назывался остров стекла. Геологический Тор сформирован из глины и лаймстон, Jurassic. И красиво образует долину Авалон, Vale of Avalon. Ну да, она такая, как миндальный орех, красивая. Вот, где мы с вами побывали сегодня. Отсюда Стора, и вот здесь вот направо идете, и там вот вода. Белый ручей и Чарльз Велл. Бесплатно можно воду набрать. Чарльз Велл, там железо высокое. А белый ручей, там кальция много. Цветы у всех. Это дом старинный. Это тоже. Орел Коттедж. Гипнотерапист. Я спросила местного, он сказал, можно и туда идти, налево и направо. Но он сказал, направо более безопасно. Красивое сочетание цветов. Сегодня целый день вертолет летает. И, по-моему, вчера тоже. Интересно. Гластенбери Миллениум. Такая
И вот здесь сердечко, сердечко. 11. Парковались люди. Старый такой гейт. Красивый такой дом. Hermitage Skincare. Hypnotherapy. Hermitage Hypnotherapy. А, теперь я знаю, где я. Я уже вот. Молитесь за Украину. Этот дом я помню. И здесь вот автобус остановился за розовым зданием. И я шла. То есть я пришла обратно. Слава Богу. А то я уже думала, что я потерялась. Вот сейчас налево поверну, и там будет уже центр города. Агент. Doggy, you beautiful. How old are they? I'm 16. Полиция гоняет бездомных. Bookshop Labyrinth closed on Tuesday, Wednesday. Pity. Такого красочного города я еще не видела. Все в таких красках. Beautiful doggy. That's very old building. Glastonbury Tribunal. Hotel. Уже нету времени идти в аббатство. Так бы я пошла. Интересно как. £11. Аббатство. Можно купить. 85 за 175. Экскалибрус. Меч. Поменьше. Information center. Была Дина Black Prince. Hello doggy, you beautiful.